Как делать в Excel качественно и быстро Яндекс.Директ компании. Всем привет, с вами Константин Горбунов. В этом видеоуроке я хочу рассказать, зачем необходим Excel для работы с Директом, как выгружать компанию в Excel, основные столбцы в Excel компании, редактирование ключевых фраз, изготовление заголовков большим количеством, изготовление текстов большим количеством, дополнительные функции для редактирования кампании, фильтр и условное форматирование, простановка ссылок, простановка быстрых ссылок и загрузка кампании обратно. Собственно, зачем необходим Excel для редактирования Яндекс.Директ кампаний? Первое. Скорость работы в Excel в десятки раз быстрее, чем в интерфейсе Яндекс.Директ. Второе. Точность изготовления кампании в десятки раз больше, потому что мы делаем меньше ошибок, либо мы их сразу видим и редактируем. Третье. Проверка при загрузке кампании в Директ. То есть, когда мы загружаем Excel-файл в Директ, он его проверяет. Четвертое. Мы можем сделать объявление типа «одна ключевая фраза равно один заголовок». Пятое. Заголовок и текст объявления могут иметь максимальное совпадение с ключевой фразой. Шестое. Можем добавлять к разным заголовкам цену. Седьмое. Можем добавлять акции к текстам и объявлений. Восьмое. Искать и группировать ключевые фразы для простановки одинаковых ссылок. И девятое. Искать и группировать ключевые фразы для простановки одинаковых предложений. Цены, гарантии и прочего. Как происходит выгрузка? Заходим в интерфейс Яндекс.Директа. Спускаемся вниз страницы «Моей компании». Ищем кнопку «Управление компаниями с помощью Excel». Выбираем необходимую нам компанию и выгружаем ее. Открываем Excel-файл. Просмотрим основные столбцы в Excel.